Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хотел бы вам рассказать об одном предложении, которое меня сейчас заинтересовало. Я хочу им воспользоваться, также предложить тем, кто хочет и кому это необходимо. Возникла необходимость установить на участке какое-то количество бетонных столбов. Я начал искать в интернете, где это можно их найти подешевле. И я предлагаю вам поучаствовать вместе в совместной закупке, скажем так, столбов, заказать машину, столбы БУ, но они в хорошем состоянии, хорошего качества, то есть вот только вынутые из земли, соответственно, они подешевле, и есть возможность загрузить машину, минимальный заказ, машина это 30 столбов загружается, стоимость столба будет, я рассматриваю вариант 9-метровых столбов, у основания диаметр столба 25 сантиметров на 25 сантиметров, в верхней точке столба 15 на 15 сантиметров, длина 9 метров. То есть, если мы, допустим, делаем лунку в земле 2 метра, то у вас получается на участке столб высотой 7 метров, что, в принципе, достаточно для размещения всех необходимых коммуникаций, то это электричество, фонарные столбы, то есть это как бы оптимальная высота для проведения линий воздушных. Если вам необходимо подвести линию, допустим, к дому или к какому-то строению на вашем участке, который находится на удалении от вашего основного источника питания, счетчика, то это вот как раз интересное предложение для этих людей. Единственное, что оно ограничено немножко по территории. Машина будет заказываться и будет приходить в район деревни Полянского. И, в принципе, я думаю, что можно будет договориться с водителем, развести в пределах там 5-7 километров от деревни Полянская. То есть, если вы находитесь где-то вот в этом районе, то предложение для вас. Какое-то количество столбов уже заказано, то есть несколько человек уже изъявили желание поучаствовать в этой совместной закупке бетонных столбов. Поэтому, если вам это интересно, вся информация будет в описании к этому видео. Знакомьтесь, связывайтесь, пишите. В принципе, если вам интересно, пишите по номеру телефона, который указан под видео, на Viber, WhatsApp или Telegram сообщение по поводу столбов. И я вам уже скину всю информацию, как и что мы с вами обсудим это либо в переписке, либо созвонимся по телефону. Итак, о стоимости столбов. Стоимость столба с доставкой будет стоить в районе деревни Полянского, как я уже сказал, 4000 рублей. Это без учета разгрузки. То есть, каким образом планируется это? Приезжает машина со столбами, мы заранее договариваемся, заказываем кран и в этот день. И кран разгружает столбы в тех местах, где это требуется, где люди взяли желание приобрести. Как я планирую это делать? То есть я планирую сделать так. То есть машину разгружаем мы полностью, потом кран возвращается, допустим, ко мне на участок, мы устанавливаем столбы. То же самое можно сделать и на остальных участках, остальным людям. Получится в один день сделать, сделаем в один день. Но я думаю, что в один день мы справимся. 30 столбов установить это не так много времени требует, да? То есть вот такое предложение. То есть, в принципе, ну, я не знаю, сколько будет стоить день работы крана. Это мы отдельно, я посмотрю информацию, соберу, сколько чего стоит. И потом тем, кто изъявит желание, дополнительно я сообщу. Вот такое предложение. Я думаю, что оно достаточно интересно тем, кто планировал или планирует какие-то развести коммуникации на своем участке. Сейчас есть такая возможность совсем за недорого, в принципе, установить себе столб. Я думаю, что это будет в пределах, наверное, ну, 5000 один столб будет у вас уже стоять на участке. Ну, с учетом всех вот работ и его установки, и всего остального. Если вам это интересно, пишите, звоните, буду рад, пообщаемся, переговорим. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам великолепного дня. До встречи в новых видео. Пока.